посмотрела сейчас журналы, посмотрела новинки. Все ходят в бархате. Сегодня 2018 год, этот бархат просто уходит быстрыми семимильными шагами. Чем мы хуже, мы лучше. И, конечно, именно поэтому для нас именно бархат сегодня вступает в свои права. И 2018 год вместе с брендом Благов мы идем по самой высокой модной волне вместе с костюмом. Друзья мои, я уже потираю ручки и с наслаждением трогаю этот бархат. Вы знаете, Лена права, раньше ошибочно считала, что бархатистые велюровые материалы – это только праздник. Но сегодня каждый из вас, выбирая бархат, окунается в праздничную атмосферу. Между прочим, почему мы костюм назвали именно так? Впервые звезды Голливуда, мы не будем сейчас называть их имена, актрисы, певицы, выбрали для себя велюровые костюмы для нормальной, комфортной жизни. И сегодня в Голливуде очень часто можно увидеть известных персон в таком костюме везде. В прогулке по городу, в парках. И это удивительная вещь, самая интересная. Вы можете ее миксовать. Вы можете носить отдельно бомбер. Это стильная куртка-ветровка. Вы можете носить отдельно брюки, которые вы могли наблюдать на нашей модели Лали, когда мы начали открытие нашего модного эфира. И посмотрите на Лену Шептунову. Лена как раз разъединила наш комплект, выбрала бомбер и кожаные брючки. Это прекрасно, потому что сегодня, выбирая костюм, вы получаете сразу две вещи. Ну, две вещи, а возможность экспериментировать просто миллион. И все это по эксклюзивной цене. Сразу за брюки и куртку бомбер-ветровку 1999 рублей. На самом деле такая цифра вот даже не умещается у меня в голове. Да, две базовые модели по такой цене. У нас 4 цвета на выбор. Я уже выбрала для себя глубокий баклажан. Почему-то я даже не сомневалась. Ты знаешь, Лера, ну, во-первых, мне есть чем его сочетать. Вот даже если говорить о брюках или юбках, у меня очень много сиреневой гаммы. Конечно же, я выберу этот цвет. А если вы любите и предпочитаете темно-синий, давайте посмотрим на него. Каждый бомбер украшен жемчужинами того цвета, из цвета ткани, из которой шит он. Ну, как-то вот не по-русски, но сказала. Да. И классический черный цвет на Лене бирюза. Очень красивые оттенки, жемчужины тон в тон, и сразу две вещи по одной цене. Размеры от 50 до 60, но, как видите, я со своим 48 не отказываюсь сегодня от 50 размера и ни о чем не жалею. Чувствую себя абсолютно комфортно. Давайте посмотрим на наших модниц. У каждой из наших моделей совершенно разные тип фигуры. Но это еще раз говорит о том, что бренд Благов не дает ограничений женщинам в выборе одежды. Лали. У Лали сдвоенный размер. Выбирая костюм, предлагаю ориентироваться на больший. У Лали верх 54, бедра 52. Посмотрите, 54 размер сел безупречно. Танечка. У Тани тоже сдвоенный размер. 52 бедра, верх 50. На Татьяне 52 размер, бирюзовый цвет. Катерина Шестеркова. Что ты с собой сделала, Катюш? Вот я тоже понять не могу сейчас. Смотрю и смотрю, Катя это или не Катя? Да, Катюша очень постройнела, и Лали постройнела, и Танечка. Поэтому мы вернемся к этому костюму и поговорим о стройности. Вы знаете, я хочу сказать, что для меня такой костюм – это уже не роскошь. Это просто комфорт и красота. Вот если раньше я приезжала в Москву, я обращала внимание, столичные модницы очень любят бархатистые материалы. А вы знаете, что сегодня из бархата даже отшивают верхнюю одежду. Куртки, бомберы, пальто и даже стильные зимние вещи делают из велюра. Этот материал уникален. Уникальность его в том, что он выглядит дорого, статусно, а еще не теряет своей красоты при носке. И знаете, в чем секрет? Если, например, бархатистые материалы, ворсинки расположены в одну сторону, то часто мы видим залысины. Велюр – это совершенно другая технология. Здесь ворсинки идут навстречу друг другу и поддерживают друг друга. Поэтому, если даже вы долгое время сидите, стираете, например, такую вещь, она всегда будет выглядеть безупречно. Ну, это очень мне нравится, потому что, знаешь, Свет, как-то раз я шила для себя именно бархатное платье, кое-как сшила, и после первой стирки оно потеряло свой вид абсолютно полностью. Здесь у нас с вами невероятные новые технологии. Мне нравится, как этот костюм сидит, как он прикасается к телу, он очень приятный. При этом цена сразу за две вещи 1999 рублей. Получается, что менее
2000 рублей за бомбер, еще и расшитый такой красотой. Дозванивайтесь прямо сейчас. Ограниченная коллекция от бренда Благов. Это новая коллекция 2018 года. Свет, а что ты хочешь рассказать нам сейчас? Да, я хочу не рассказать, я хочу показать. Давайте посмотрим сейчас на украшение. Как, когда мы начали знакомство с этим костюмом, мы сказали о том, что все украшения, которые вы видите на бомбере, именно сделаны под цветной жемчуг, это действительно новые технологии бренда Благов. Посмотрите сюда. Вы видите металлические пломбы. Вот такая технология, когда пломбируется каждая модель, это технологии, которые использует Людмила Заяц в своей коллекции. Это качество. Сейчас мы не портим ткань и не пришиваем нитками. Нитки — это уже все-таки прошлый век. Вот эта технология 21 века. Каждая бусинка, которую вы видите, она соединена с тканью и никогда не оторвется, разве только вы вырвете ее с корнем, чего не получится. Ткань усилена лайкрой, посмотрите, как она тянется, у нее есть возвратный эффект. Вискоза изнутри – это комфорт. Этот бомбер вы можете не снимать и носить 4 сезона в году. И летом вместо ветровки спортивной вас будет украшать велюр. Люровый бомбер. Сегодня бренд Благов дарит нам потрясающие материалы, которые не выходят из строя, долго сохраняют свое качество, и, конечно, мы в этом получаем свое хорошее настроение. Выбираем для себя и куртку бомбер, и брюки. Но вот один вопрос, который тоже в колл-центре раздается, который меня волнует не меньше: я брюки не примерила, поэтому хочу спросить сразу у нашей Светланы. Свет, ну, две вещи, ладно, одну вещь, ладно, мы выбираем дистанционно, а вот брюки как сядут? Во-первых, и талии разные, и фигуры у всех разные. Как будет сидеть? Давайте посмотрим на фасон брюк. И чтобы ответить на этот вопрос, я хочу вам показать в прямом эфире характеристики велюрового стретчевого полотна. Во-первых, сама по себе ткань очень хорошо тянется, так как внутри есть лайкра. Наши брюки посажены на эластичную ленту. У брюк высокая посадка. Значит, все секреты фигуры будут спрятаны внутри. Берите костюм по большему размеру. Брюки свободного кроя подстроятся под ваши параметры. Даже не представляю, насколько вы будете испытывать ощущение комфорта, как вы будете радоваться. Давайте посмотрим на наших моделей. И еще хочу заметить, наш бомбер хорошо подстраивается под вашу фигуру. Танюша, помоги мне, пожалуйста, подтяни его. Спасибо. Если вы хотите продемонстрировать свою природную красоту, и у вас прекрасные бедра, не надо это скрывать. Во-первых, мне нравится, что бомбер за счет манжеты вы можете подтянуть вверх, надеть с юбкой карандаш, надеть с летящей шифоновой юбкой, надеть с любыми брюками, джинсами, и при этом вы показываете свои длинные ножки. А если вам есть что скрывать, Танюшка, опускай, вы можете довести ваш бомбер до середины бедра. Дозванивайтесь прямо сейчас и оформляйте заказ за 1999 рублей за две вещи и за миллион самых разных образов вашей голливудской истории.